Вот так себя чувствует владелец свежекупленного Range Rover, который выехал только что от дилера Major и едет по МКАДу, создавая аварийную ситуацию, потому что машина не разгоняется больше 40 км в час. Меня обгоняет слева, даже сейчас обгонит автомобиль МАЗ. Вот, МАЗ обгоняет, больше 40 не едем. И звонок дилеру: а вы мне только что отдали дорогой автомобиль за много миллионов рублей. Говорит: ой, а он из транспортного режима у вас не вывелся. Возвращайтесь, пожалуйста, к нам. Дальше мы сейчас будем вам помогать. Я себя чувствую владельцем дорогого люксового автомобиля, который со скоростью 40 по МКАДу медленно едет назад. Это дилер Major. Приезжайте к ним еще покупать машины.